29 июня, Одесса. Ночь у нас прошла неспокойно. 3 часа и 6 утра объявляли воздушную тревогу. Также было слышно много взрывов, ну так отдаленно, в области, и такие как глухие взрывы. Вроде бы как это идут бои на острове Змеином. Еще как бы всю информацию не сообщают. В Николаеве очень неспокойная была ночь. Было много взрывов, прилеты были. И что самое страшное, то что одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Как сообщил спикер областной военной администрации Виталий Ким, что на данный момент есть 3 погибших и 5 раненых. Фото с места происшествия можете и видео можете смотреть у меня на телеграм-канале. Ссылочка ниже в описании. Подписывайтесь, смотрите. Это, конечно, очень страшные кадры. Там снесло 3 верхних этажа. Вокруг у людей в домах повылетали окна, двери. Кадры, конечно, очень страшные.